Доброе утро, коллеги! С вами Саков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 15 января и прежде чем мы разберем внутридневные тенденции, я хочу напомнить, что сегодня, как и каждый понедельник, у нас пройдет вебинар, на котором каждый из инструментов мы разберем более подробно. Вебинар проходит в 19.30 по Москве. Ссылку на регистрацию вы сможете найти под этим видео, либо на сайте Admiral Markets в разделе обучения вебинара. Ну а сейчас начнем, посмотрим, с чем у нас открывается понедельник. По Евро-доллар тенденция, восходящая на текущий момент продолжается. Сегодня торговались уже на максимальных значениях в области 1.22.33. Следующий уровень целевое значение по движению евро это уже движение в область 1.25. Ближайший разворотный уровень на текущий момент находится на минимальных значениях пятница, отметка 1.20.30. А пара британский фунт, американский доллар в пятницу также перешла в фазу роста, завершилось коррекционное движение, которое было а, всю прошлую неделю, и мы увидели британский фунт в конце пятницы уже на отметке 1.3742. Следующие цели по восходящему движению это область 1.3869. Ближайший разворотный уровень по данному активу находится на минимальных значениях пятницы, отметка 1.3532. А пара американский доллар, канадский доллар перешла в фазу а, снижения, в пятницу смогли закрепиться ниже минимальной значений, которые мы видели в четверг, и тенденция а, к снижению вновь преобладает на текущий момент. Следующие цели по а, данному снижению это область 1,2347, ну и далее уже движение на 1,21. Возврат к покупкам, а значит и продолжение роста по данному активу будет обусловлено обновлением максимальной значений, которые мы видели в пятницу на отметке 1,2555. А пара американский доллар, японская иена продолжает свое нисходящее движение. Следующая цель находится на отметке 110.28 и далее на 108.85. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях пятницы, отметка 111.69. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция на ослабление остается в приоритете. А пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое восходящее движение. Следующая цель уже на отметке 1.08012 находится, а ближайший разворотный уровень на отметке 78. 847. пара еврофунт продолжает на текущем своем восходящее движение следующей цели находится в области максимальных значений Пятница – пятницы. это отметка 89.26 и следующий уровень движения на 89.71. Ближайший разворотный уровень находится на минимуме пятницы, отметка 88.54. Если еврофунт сможет закрепиться ниже данного уровня, то уже вероятно начало нисходящего движения по данному активу. Золото продолжает свой рост. Следующие цели находятся на отметке 1359 долларов за троскую унцию. Ну а ближайший разворотный уровень можем отметить на минимуме пятницы, отметка 1321. А нефть марки Brent пытается вновь уйти в коррекцию. В пятницу мы видели закрепление ниже минимальной значения четверга, но в свою очередь, если нам удастся сегодня обновить максимальное значение, которые мы видели в четверг, то уже, вероятно, продолжение роста и данный пробой можно будет считать ложным. На текущий момент все-таки основная тенденция по нефти марки Brent остается на укреплении с целями движения на отметку 71.33. А по индексу DAX. Практически такая же ситуация. Сегодня с утра мы открылись и торгуемся выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу. Отметка 13267, что в рамках часового таймфрейма нам дает предпосылки на завершение коррекционного снижения, которое мы видели на прошлой неделе, и вновь возобновление роста. Но этот сценарий будет актуален в том случае, если индекс DAX может удержаться выше минимальных значений, которые мы видели в четверг и в пятницу, на отметке 13165 и уже следующие цели по продолжению роста, движение в область 13400. 30. По биткоину в субботу мы видели торговлю выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу, что с очередь нам говорит о возобновлении роста по данному активу. И данный сценарий пока мы будем рассматривать, но до тех пор, пока биткоин торгуется выше отметки 12 999 долларов за один биткоин. В том случае, если биткоин уйдет ниже данного уровня, то продолжение исходящей тенденции уже будет более актуально. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Всем желаю хорошей торговой недели. Напоминаю, если вам нравится это видео, если оно для вас полезно, то обязательно ставьте лайк. И если у вас есть вопросы, то пишите их в комментариях. Всем спасибо за внимание и увидимся на вебинаре.